Одинцовские единороссы приняли участие в фестивале народного творчества «Россия, как из песни слова», который прошел в парке Захарова. Мероприятие также посетили представители ветеранских организаций округа и общественники. Как отметил председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, атмосфера фестиваля была поистине теплой и душевной, а для гостей был организован концерт с народными песнями и танцами, полевая кухня и различные мастер-классы.